«Мир рукоделия». Под таким названием в музейно-выставочном центре открылась выставка, конкурс и прошел круглый стол. Организатором выступило Серпуховское отделение Союза женщин Подмосковья. Стильные аксессуары ручной работы, авторские сувениры, игрушки, куклы, сумки, изделия из бисера, кожи, вязание, валяние, шитье, декупаж. «Мир рукоделия» – возможность не только реализовать свои творческие способности, но и способ зарабатывания денег. Об этом говорили участники круглого стола. Они делились своими находками и опытом организации маленького бизнеса. Особенно привлекла внимание информация о действующей в области программе поддержки предпринимательства, в рамках которой выделяются субсидии на создание своего дела и его развитие. Как оформить господдержку? Об этом рассказали будущим начинающим предпринимателям. Рукоделие – это особый вид работы. Это не только отдых, но это и здоровье. Потому что человек, который занимается рукоделием, он успокаивается, он размышляет, он делает замечательные шедевры. Все мы в душе творцы, и у каждого, я считаю, у нас есть свой талант, и мы должны раскрыть его в себе. И я думаю, что если каждый покопается в своей душе, у каждого найдется не один талант. И так и я тоже начала, значит, с малого, начала с цветов, перепробовала все. Мне интересно все абсолютно, как вышивка, как бисероплетение, как мастер-класс по полимерной глине. И остановилась я на куклах. Участвую сегодня в ярмарке, представляю свои работы. Фотоальбомы, открытки, шоколадницы, конверты. Я работаю на заказ, а также провожу мастер-классы. Могу научить всех желающих делать вот такую же красоту. В данный момент это для меня основной источник доходов, потому что я занимаюсь этим уже 5-й год. Ярмарка работ жительниц Серпухова, Пущино и Протвино открыта до 10 марта. В этот же день будут подведены итоги конкурса на лучшую работу.